Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Небо России без полетов, как проходит один из главных фестивалей города. Ручьи не только на природе, около дома на улице Высоковольтной постоянно течет вода. Закроют ли торговые центры? Глава МЧС России по Рязанской области отчитался о результатах проверок. Погода, ремонт Солочинского моста и проведение авиадарца внесли свои коррективы в программу фестиваля «Небо России». В этом году в районе Шумыши полеты проводиться не будут, чтобы пилоты не стояли в пробках. Ограничили количество участников из-за того, что рязанское небо уже заняли военные летчики. В первый день фестиваля подвела погода. Пилоты не смогли взлететь, был сильный ветер. Под вопросом были и полеты в день торжественного открытия. Подробнее в сюжете Дины Исляевой. Территорию монастырского сада за Рязанским Кремлем поделили на две зоны. Первая для пилотов, которые должны совершить первые полеты в рамках фестиваля, вторая для зрителей. Андрей Кульков приехал на соревнования из Тулы. Его аэростату всего 2 года. Имя Ола, что в переводе с испанского означает «привет». Пока Андрей со штурманом изучает маршрут, над прицепом, в котором находится аэростат, гордо реет андреевский флаг. Андрей и его друг – военные моряки. В Туле, как нам всем известно, из курса школьной географии «моря нет». Осталось небо. Да, осталось только небо. И вот в этот океан я и захотел обратно вернуться. Мастера спорта по воздухоплаванию Ивана Миняйло из Красногорска все знают как путешественника, который вместе с Федором Конюховым побил мировой рекорд по времени беспосадочного полета в тепловом аэростате. Для него фестиваль «Небо России» – подготовка к более серьезным соревнованиям. В этом году мне что-то мало, честно говоря, было соревнований. В Калину и в Великих Луках. Хочется больше. Сейчас мы поедем на чемпионат мира, поэтому здесь тренируемся к ним. Чемпионат мира в Австрии будет, в маленькой деревне Гросс-Зиг-Харц, рядом с границей с Чехией. Пока пилоты разворачивали купола аэростатов, устанавливали баллоны с газом, крепили оборудование к корзинам. На соседней площадке зрители изучали воздушные шары. С удовольствием посмотреть, как работает аппарат, как летают шары. Вообще, это праздник для Рязани, очень интересно. Детям всегда интересно и полазить, и посмотреть. Я всегда, когда шары пролетают над городом, это завораживает. Полет в день открытия был под вопросом. Дул порывистый ветер, а он не лучший товарищ для аэронавтов. Из-за него отменили соревнования накануне. В этот вечер повезло больше. Пилоты смогли подняться в небо. Десятки зрителей собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на аэростаты, сфотографироваться на память и снять видео. Фестиваль «Небо России» открылся. Воздушные шары в небе над Рязанью можно будет увидеть рано утром и вечером. А 11 августа прямо здесь, на территории Кремля, пройдет вечернее свечение аэростатов. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С ямами на дорогах наверняка сталкивался каждый автолюбитель. Да и состояние дворовых и придомовых территорий также порой оставляет желать лучшего. Жители одной из улиц в Рязани столкнулись с тем, что практически ежемесячно, несмотря на все их усилия, территории вокруг их дома приходят в упадок. Улица Высоковольтная, дом 29, корпус 3. На самом деле не обязательно привязываться к какому-то конкретному зданию. От природных стихий и человеческих катаклизмов страдают сразу несколько домов. Дело в том, что россыпь здания расположена, по словам местных жителей, в одной из самых низких точек района рощи. Вода вся с рощи поступает через наши дорожки домовые. То есть, и получается, что нам приносит очень много щебня, песка, который мы после, как он подсохнет немножко, мы начинаем вывозить на тележке. Щебенку и прочий мусор на тележке вывозит дворник, а помогает ему местные жители. Правда, все это сизифов труд. Каждый ливень приносит с собой новый мусор. Например, недавно разыгравшаяся трагедия на улице 9-я линия, где несколько дней подряд по улицам текла вода. Конечная точка всех этих ручьев здесь, на улице Высоковольтной. Местные жители сообщили, что в период дождей к дому подойти просто невозможно. Через узкие тротуары перекидывают доски и обходят ручьи по ним. Автолюбители к дому попросту не могут подъехать. Приходится оставлять машины чуть подаль и идти до квартиры чуть ли не в резиновых сапогах, а по спуску проедет далеко не каждый транспорт. Сейчас ездить невозможно. У кого низкие посадки у машин, они все цепляют. Вот там на съезде цепляют все без исключения. У кого большие, конечно, они еще больше разбивают. От этого не лучше ни тому, ни этому. Мы здесь вот сами своими силами собираемся, шофера, кто это уже не в моготу ездить, собираем кирпичи, камни вот отсюда, свалки, все ложим. Все это, сами знаете, размывается. И опять же, вся эта щебенка, вся грязь
все стекает, смывает им. До ближайшей остановки путь не близкий. Вот только с этой улицы такси себя не вызвать. Отказываются, нет. У вас дороги плохие, мы к вам не приедем. Также и скорая. Вот выходите, какое место или где-то, мы только тогда подъедем. Или вот к магазину. А так, как таково к дому, мы, они не подъезжают. Причина отказа все та же. По таким дорогам просто не проехать. Проблема-то не возникла из ниоткуда. Такая ситуация, по словам людей, длится около 15 лет. Однако никаких ремонтных работ проведено здесь не было. В 2016-м ситуация достигла своего апогея, и жители написали сразу в несколько инстанций. Во-первых, мы в префектуру города, мы железнодорожного района обращались. Префектура нам объяснила, что вопрос будет рассмотрен. Мы писали письмо туда. Потом депутату областной думы Гусевой Татьяне Васильевне. Благоустройство города. Мы начали вообще-то этот вопрос с 25 марта 2016 года. И везде ответ один – мы сделаем, но позже. У местных жителей появилась целая папка, которая полна заявок и ответов. В 16-м, 17-м и 18-м годах людям отказывали по разным причинам. То они не попадают в программу, то недостаточно финансирования. В общем, ситуация остается неизменной. 9 июля с местными жителями связались и сообщили, что в течение дня к ним приедут мастера, чтобы заняться укладкой асфальта. Говорят, что отремонтируют участок 5 на 5 метров. Вот только местные жители не уверены, что это поможет. По их словам, дорогу размоют буквально через несколько месяцев. А вот то, что действительно здесь необходимо, так это ливневая канализация. Иначе еще очень долго по улице Высоковольтной будут течь ручьи со всего района рощи. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Многие рязанцы покупают проездные с целью сэкономить, но каково их удивление, когда водители маршрутных такси утверждают: «Проездные мы не принимаем». Анна Малистова выяснила, во всех ли маршрутках должны стоять терминалы для безналичной оплаты и как вести себя пассажиру, если терминал не работает. Больше года в маршрутных такси нашего города работает автоматизированная система оплаты проезда. Это подтверждает наклейка, сообщающая пассажирам о том, что проезд можно оплатить с помощью проездного, банковской карты или вашего смартфона. Но в последнее время пассажиры сталкиваются с тем, что маршрутчики не принимают карты или утверждают, что терминал не работает. Во всех ли маршрутных такси нашего города должен стоять терминал безналичной оплаты? И почему некоторые водители не рады нововведениям? Что касается муниципального транспорта, то на сегодняшний день во всех транспортных средствах такие терминалы стоят. А что касается коммерческих перевозчиков, то подключение к этой системе происходит на добровольной основе. И терминалы стоят только в тех маршрутных такси, которые заявили желание подключиться к этой системе и работать. По словам начальника отдела, в случае, если маршрутное такси подключено к системе безналичной оплаты, а терминал по каким-либо причинам отсутствует или не работает, то пассажир имеет право проехать бесплатно. Чтобы сообщить о проблеме, связанной с терминалами, пассажир может обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда или в управление транспортом администрации города. Мы решили спросить у водителей, довольны ли они системой безналичной оплаты. Ну зачем мне посредники между мной и пассажиром? У нас система эта отработана? Нет, не отработана. Стоимость проезда билета 23 рубля, правильно? По этой карте выходит 19 рублей. Я уже теряю 4 рубля. Кто мне это компенсирует? Водители утверждают, что карта привязана не к ним, а к перевозчику. И предполагают, что процент забирает организация УМКО. Мы не сможем вам раскрыть эту информацию. Маршрутчики просто жалуются про то, что вот им с этих денег якобы приходит меньше. То есть 19 рублей. Это уже работа маршрутчика, водителя точнее, с его хозяином, который владеет маршрутом. То есть это вопрос к перевозчику? Да, это больше вопросы к перевозчику. Получается, что некоторые водители намеренно не используют терминал, чтобы избежать выплат посредникам. Что же насчет системы безналичной оплаты, думают пассажиры? Не во всех маршрутках я сталкивалась, что работает пластиковая карта. Если работает, удобнее, чем копейки рассыпать. Я плачу наличными. А почему не карты? Да я не соображу в этой карте. Я бы, конечно, не пользовалась картой. Потом в банковскую карту можно вникнуть запросто, на мой взгляд, сейчас в современных условиях. Вот этого я немножко боюсь. То есть не доверяете? Да, абсолютно. Выходит, что водители маршрутных такси недовольны тем, что между ними и пассажирами есть посредники, а многим пассажирам нововведение ни к чему. К примеру, нет смысла покупать проездной, если на необходимом вам маршруте нет терминалов, а люди старой закалки и вовсе боятся новых технологий. Решением этой проблемы может стать введение во всех маршрутных такси системы безналичной оплаты. Но в таком случае муниципальный транспорт, по словам водителей маршрутных такси, будет значительно проигрывать более комфортабельному коммерческому. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
Сразу два ДТП произошло в Рязани и области. Виной одному из них стал человеческий фактор. Второе, к сожалению, закончилось трагедией. 8 августа, примерно в 11:30, на улице Энгельса города Рязани, житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на переходившую проезжую часть пенсионерку. Согласно показаниям алкотестера, у водителя 1,4 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Стоит также отметить, что ДТП произошло, по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе. Вторая авария, которая также произошла 8 августа, к сожалению, была со смертельным исходом. В Ряжском районе легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовым Мерседесом с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и три пассажира легкового автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Опасный груз. Профилактические мероприятия с таким названием провели сотрудники госавтоинспекции на дорогах региона. Главная цель – выявление и пресечение нарушений в перевозке опасных грузов. Вместе с полицейскими в рейде приняла участие Мария Рудая. Рейд только начался, а сотрудники госавтоинспекции остановили вот этот бензовоз «Вольво», который везет дизельное топливо. И сразу нарушение. Водитель этого большегруза отказался выйти пообщаться с нами. Сотрудники госавтоинспекции пояснили, в данном случае нарушения были в оформлении документов. В транспортной накладной отсутствовала отметка о последнем перевезенном грузе. В случае с опасными и горючими материалами это играет важное значение. Теперь этот водитель обязан выплатить административный штраф в размере 1000 рублей. А вот у КамАЗа документы оказались в полном порядке. В цистерне находится бензин, и Роман Силин чувствует свою ответственность. Уже 8 лет он водит автомобили с пометкой «Огнеопасно» и знает все правила. Опасный груз. Должен быть допуск. Все у нас есть. Соблюдение скорости, скоростного режима. Также режим труда и отдыха. Все соблюдается. Подобные рейдовые мероприятия проводятся несколько раз в месяц. Помимо документов, сотрудники ГИБДД осматривают машину для того, чтобы исключить технические неполадки. Нередко инспекторы выявляют какие-то нарушения в техническом, точнее, неполадки в техническом состоянии транспортных средств, от мелких, так и до довольно серьезных, как, например, неисправности рулевого управления, тормозной системы. Крайне важно, чтобы водители, которые перевозят опасные вещества, соблюдали правила скоростного режима. В городской черте они могут перевозить грузы со скоростью не более 60 км в час, а вне населенных пунктов только не более 90 км в час. Помимо всех прочих правил, на автоцистерне обязательно должны быть размещены специальные знаки. Как правило, чаще всего перевозят вещества третьего класса опасности, легко воспламеняющиеся жидкости, такие как этанол, ацетон, диэтиловый эфир, циклогексан, бензол, бензин и другие. Все эти вещества токсичны и способны окисляться на воздухе с образованием взрывчатых веществ. Именно поэтому сотрудники разных ведомств уделяют контролю за их перевозкой такое пристальное внимание. Мария Рудая, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Заниматься выращиванием овощей можно и дома. У многих растут огурцы или помидоры. Что уж и говорить о домашних растениях. Однако есть случаи, когда люди специально выращивают в своем доме запрещенные наркотические травы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани пресекли деятельность жителей Москвы, который оборудовал подпольную лабораторию по культивированию конопли. Задержали мужчину прямо на улице города. Он проживал в арендованной квартире. Позже оперативники начали обследовать его место жительства и обнаружили, что часть помещения обделана светоотражающими материалами, а также системы вентиляции и круглосуточной освещения. Внутри – горшки с кустами конопли. А в холодильнике полицейские обнаружили емкости с готовой марихуаной массой более 100 грамм. Как выяснилось, москвич ранее уже был судим за незаконное выращивание наркосодержащих растений. С целью конспирации мужчина решил сменить место незаконной деятельности и снял квартиру в Рязани, где и создал нарколабораторию. В процессе выращивания каннабиса злоумышленник применял специальные удобрения и заказанные за границей элитные семена. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Это незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд вынес решение об аресте злоумышленника.
Глава Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов на встрече с губернатором региона Николаем Любимовым заявил, что все торговые центры устранили нарушения пожарной безопасности. Филиппов рассказал, что сейчас сотрудников ТРЦ, охранников лицензированных частных фирм и общеобразовательных учреждений обучают пожарному минимуму. По словам губернатора региона, опыт по обучению охранников можно будет предложить для тиражирования на федеральном уровне. Он отметил, что это будет интересно как для предприятий, так и для частных охранных организаций. В сентябре в нашем регионе организуют практические занятия по отработке совместных действий в случае возможных пожаров. В настоящий момент в области работает межведомственная комиссия по приемке школ к началу учебного года. Центр избирком в среду 8 августа одобрил вопросы от трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Это обозначает, что вопрос о реформе может быть пересмотрен. Первая инициативная группа из Москвы под руководством кандидата в мэры, вторая из Подмосковья. Ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями, третья из Алтайского края. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, всего в ЦИК поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрание инициативных групп по референдуму. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила Памфилова. Теперь региональные избиркомы должны зарегистрировать инициативные группы, вопросы от которых одобрил сам ЦИК. Те, в свою очередь, в течение 2 месяца должны провести собрание инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек, более чем в половине российских регионов. Если это удалось, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 миллионов подписей, причем собрать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписей. Лето – время каникул только не для коммерческих организаций. Для тех, кто хочет получить финансовую поддержку государства, для реализации социальных значимых проектов сегодня провели семинар. В Рязань приехал советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Подробности далее. Получить президентский грант довольно сложно. Пытались подавать документы многие участники семинара, но далеко не у всех получилось выиграть деньги. Кто-то был неубедителен, кто-то оформил бумаги не так. Для того, чтобы рассказать обо всех подводных камнях и приехать, в Рязань советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Вот и письма поддержки партнеров, дополнительные ресурсы, которые привлекаются в проект. Они говорят, что это дополнительные ресурсы, которые вы, как заявитель, привлекаете в проект. И донор, к которому мы обратились в настоящий деньгами, видит, какие вы собственные ресурсы привлекли, какие ресурсы партнеров, и что в комплексе проект логичен и понятен. У руководителя Рязанского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергея Караева множество планов. Речь не только о патриотическом воспитании. Например, можно реализовать проект по работе с детьми-аутистами, помогать другим рязанцам с ограниченными возможностями, обеспечить социальную группу, которая будет доставлять детей в бассейн «Дельфин». Еще один важный проект, который может получить президентский грант – создание музея. Услышал много интересного про создание и формирование музея, который имеется в программе нашей ассоциации, для непосредственно презентации и размещения экспозиции частного характера от матерей, от вдов, которые не сдаются на постоянное хранение, а имеют возможность там к смене. Участие в семинаре приняли представители самых разных организаций, от советов ветеранов до молодежных объединений. Владимир Татаринов подробно рассказал об основных этапах социального проектирования, начиная от работы с инициативами до составления бюджета и реализации идей. Дина Слева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru. Thank you.